ребят, всем привет. Сегодня я в лесу что-то у себя делал тут то пятое, то десятое. Ну и в общем, короче, заскучал. Позвонил Маше, Маша сказала, сейчас приедет. Жду. О, Маша, привет! Приехала? Или пешком прибежала? На электричке ехала? Маша! На электричке ехала или пешком шла? Ну не помню я. Ну ёлки-палки, такая молодая уже, памяти нету. Совсем. Совсем памяти нету. Ну ты даешь. Смешно со мной, да? Ну, хихикайте, да? Ну ясно. Я бы лучше на электричке ехал, на электричке-то лучше. Быстрее, раз, туда-сюда. Ну я ж не помню, я ж сказала. Ну понятно. Маша наша старуша. Маша старуша. Я хоть помню, что я к ней давно-давно не приезжала. Уже давно не приезжала, да? Ну ясно. Чё я? Ну чё, будем сейчас играть? Тихо. О, ты смотри кто. Оборотень. Привет, я оборотень, меня зовут Каладин. Ага, мы так и поверили, вон отсюда. Ну ты смотри, зубы-то какие, уши какие. Это оборотень, ты чё, не видишь что ли? Ну и чё, это оборотень? Я могу своего друга стегозавра позову, он её... Да можно, конечно, вон он в уголку сидит, твой стегозавр. Я его выше, и вас тоже выше. Да, ты вообще какая-то большая, оборотень. У меня вон какие когти. Да вообще у тебя... У Мишки тоже есть когти, да, Мишка? Так у меня-то есть, ну ты посмотри на нее, она какая большая, и зубастая какая, уши какие у нее. Я даже не допрыгну, нет, маленько допрыгну на нее. Опа! Ну так, допрыгиваю. Ты что? Ну мне, ты не боишься, Маш, ты не боишься ее? Нет, я уже познакомлюсь. А, ну ладно. Кладин. Кладин. А можешь меня покачать? О, ты не боишься? Нет. Ну ладно, не качайся. А если угоню? Не качайся. Ну ладно, давай. Качайтесь. Что вы даете? Ну все, мне уже тяжело. Тяжелая? Маш, ты что, тяжелая что ли стала? Не, ну... Много наел, ты там что, тебя качать? Баюшки, баю. Мишка, не лялька. Не лялька, а что тогда лезешь на руки? Ты дома там, наверное, объелась, это самое, растолстела, что тяжелая стала, да? Ты дома чем занимаешься? Спортом занимаешься? Спортзал ходишь? Ну я худая. Ну вроде худая. А что ты говоришь, что Кладин, что она, это самое, тяжелая? Наверное, потому что она высокая, а я маленькая. И вот у меня. Такая, наоборот, сильная должна. Давай, Кладин, лучше спросим. Ты, Кладин, где живешь-то? В лесу, в пещере или где? Где оборотни-то живут? То я не знаю. Я в лесу живу. В лесу? А с кем ты живешь в лесу? Одна, что ли? Ну, у меня там есть брат, мама, сестра. О, и что, кого вы едите-то? Мы. Кого вы едите? Кроликов? Ну да, мясо. Мясо? А человеков вы не едите? Ну, видишь, нас не ест, значит, человеков не ест. А, ну да. Ну да, людей я не ем. Стегозавр, иди сюда. Стегозавр. О, вот он ваш стегозавр. О, можно с тобой познакомиться, стегозавр? Меня зовут Кладин. А тебе лапу дали. Меня зовут Кладин. Очень приятно. А ты поняла его язык? Да, конечно. А как его зовут тогда? Стегозавр. Ну что, вы все понимаете. Молодцы какие. А ты, стегозавр, что ешь? Тоже кролика? Человеков. О, человеков. Ну все, иди отсюда, стегозавр. Мы не любим, которые едят человека. Иди отсюда. Он хороший, но не выгоняйте его. О, Маша сейчас на нем кататься будет. Ну ладно, вот это хорошо. Ну? Ну давай, Маша, оседлывай его, катайся. Что, все, не хочет что ли тебя возить? Возить не хочет? Наверное, потому что я тяжелая. Ясно. Ну ладно, что, стегозавр, иди в лес. Будем сегодня прощаться с ребятами. Сегодня познакомились мы с Кладин, с нашей оборотнем. Да, ребят? Ну что, ребят, все, всем пока. Приходите в следующий раз, будет еще интереснее. Пока. Пока-пока. Вот какая-то огромная.